Сегодня я хочу вам показать свои череночки, которые я укореняла. Это клематисы, это гортензии, это розы. Вот, друзья, здесь вот у меня такой небольшой череношник, где я укореняю свои череночки, да, а потом они уже поступают к вам, друзья. Не так много, конечно, у меня еще не только здесь, есть еще в других местах, где-то под кустарниками, потому что места не хватает, поэтому приходится тыкать-мыкать, то есть, вот. И сегодня я хотела сделать небольшой обзорчик, показать результаты укоренения. Кое-что уже укоренилось, и очень даже хорошо, друзья. И давайте пойдем смотреть. Вот, здесь у меня гортензии. Давайте будем смотреть. Так, уже даже трава, смотрю, лезет. Давайте снимем бутылочку. Вот, смотрите, друзья. Вот так вот укоренились уже гортензии, будущие кустики. Уже хорошие. Они еще за лето подрастут. Вот, в принципе, уже даже можно снять бутылочку. Но я пока не буду. Еще пару денечков пускай постоят под бутылочками и буду уже снимать, где какие укоренились. О, здесь у нас какой-то лес прямо. Давайте посмотрим, что у нас здесь. О, трава вот эта вот выросла. Это даже хорошо, друзья. Тогда лучше даже укореняется. Так, смотрите, вот они уже. Посмотрите, как они уже отросли. Так, сейчас скажу, что это у нас. Это у нас пинканабель. Это розовая древовидная гортензия. Вот они уже, видите, как пошли в рост. Когда растет трава под бутылками, это даже хорошо. С одной стороны, оно притеняет, то есть нет такого ожога. Давайте посмотрим, вот здесь тоже у нас лес. Лес, лес дремучий. Давайте тоже, вот смотрите, трава. Ой, наросла. Это у нас гортензии Tag of Pink. Это маленькие карликовые гортензии горшечного вида, метельчатые. Очень красивые, друзья. Я сейчас стараюсь переходить на вот эти гортензии. Они мне очень нравятся, горшечные. Так, ну, гортензии я вам показала, да? То есть можно снимать и снимать. То есть вы сами видите, вон уже какие, да? Дыдлочки. Тут у нас даже, смотрю, зацвели, ребята. Это бабошечки. Тоже метельчатая гортензия. Сейчас я вот так вот прищемлю, потому что... Нам надо же, чтобы корешочки отрастали, а не цветочки цвели. Вот, сейчас я вот так вот прищеплю их. Вот, это гортензия бабошечка тоже пошла в рост. Прекрасно. Малыши укоренились. Сами видите, да? Отлично укоренились. Вот. Спрашивают, как они у меня зимуют, да, друзья, прямо вот здесь, вот прямо в этом череношнике и зимуют, друзья. Я снимаю бутылки, ставлю ящики из-под фруктов, да, для того, чтобы снег не мог переломать наши череночки. Так, здесь у нас что? А здесь у нас Sandheim Frais, рядочек тоже гортензия. Вот смотрите, какие уже хорошие-хорошие череночки. Так, Sandheim Frais череночки. Так, ну пойдемте дальше смотреть. Смотрите, клематисы не все, конечно, какие-то стоят еще, то есть как бы зелененькие стволики, да, но пока еще безрезультатно. Какие-то уже прямо, я смотрю, в рост пошли, смотрите, даже уже вылезли из бутылки. Вот, смотрите, вот они прекрасно, череночки укореняются, посмотрите, укоренились, даже пошли даже в рост, смотрите, вот они, смотрите, уже серединки вот отрастают, вот. Вот уже, смотрите, видите, вот из земли вылазят. Это уже укорененные череночки. Это клематисы у нас. Не буду снимать бутылку, потому что потом не одену. Смотрите, вот уже вылазят клематисы. Здесь тоже, смотрите, под бутылками уже отросли клематисы.
Так, вигела вегетативная, ой, вегетативная, варигатная, я уже сняла бутылки. Кусты, очень красивый кустарник. Кстати, есть у меня, если в кому-то надо, то есть лист, во-первых, красивый и цветут очень-очень красиво, нежно-розовыми цветами, вигела варигатная. Посмотрите, как укоренилась. И бутылки я уже сняла, наверное, ну, дня 3-4 назад. Вот такие вот хорошие кустики. Есть у меня уже наросшие в горшках кустики. Естественно, вот эти кустики я сейчас отправлять не буду. Вот, но есть у меня уже наросшие. Кому надо, пожалуйста, обращайтесь. Так, давайте смотреть. Здесь я ставила на укоренение розочки. Розочки Дэвида Остина. Ну, то есть такие уже хорошие сорта, друзья. Не просто там что-то, вот именно хорошие сорта, которые востребованы. Вот, смотрите, уже отрастают. Отрастают. Смотрим здесь. Сейчас траву уберу, друзья. Уберу травку. Естественно, эти розочки сейчас отправлять я их не буду. Они должны перезимовать, нарастить корневую. И уже на будущий год, да, я их буду отправлять. Посмотрите, как пошли в рост. Отлично укоренились. Давайте вот еще посмотрим розочку. Розами я занялась в этом году. Ну как, я для себя, конечно, черенковала розочки. Но вот так, чтобы там продавать или что-то, нет. Это вот первый год у меня. Решила попробовать, но, в принципе, удачно получилось. Нормально. Нормально. Вот так вот уже укоренились розочки. Ну, клематисы, видите, это здесь у меня княжики сибирские. Вон они уже как отрастают. Так. Вот они, посмотрите. Это княжики. Ну вот, показала вам такой небольшой обзорчик. Я думаю, что... Ну, мне этим... Это мне нравится, друзья. Я люблю возиться с землей, то есть люблю черенковать. Мой приоритет – это черенкование, размножение. То есть, что, собственно говоря, я и делаю, друзья. Ну и вам, конечно, потом в радость, да, получить от меня растения. Я думаю, многие получили от меня растения. Все довольны, все счастливы. Вот, друзья. Такой вот вам небольшой обзорчик, что у меня уже укоренилось на сегодняшний день. И, в общем, кому понравился мой ролик, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем вам хорошего настроения, тепла, добра. И хочу пожелать здоровья вам и здоровья вашим растениям, вашем саду, друзья. И до новых встреч. Пока-пока.